тебе. Тебе я сейчас. На, ешь. Красота. Ты идешь? Ну иди ешь. Шапку он видел? Положил. Так, обувь там у меня в бане стоят сапоги высокие. Они как раз маленького размера на 43-й. Че? Нет, вон там. Ладно. Откройте. Ты что, ищешь себе одежду, что ли? Ну что ты? Ремень нужен. Пошли. Так, что, не сильно сейчас падает? Да нормально. Так, тут такая штука есть. Мне удобно работать будет. Ну, давай. Здесь вот видишь эти специально. Заправляю внутрь, так удобнее. Ну здесь сейчас, давай так, а там потом посмотришь, как. Может отпустить надо. Ну, я думаю, эти не должны не свалиться. Тепло будет. Так, шапка вот. Ну, кофту смотри, одевать не одевать. Может быть, наоборот, не будет еще жарко немного. Ну, это, конечно, мой. У меня есть камуфляж 58-го, по-моему. Не должен подойти. Надо искать. Все, говорит, ну это мало, да, еще надо немножко. Правильно, а как же ты думал? Да хватит уже, наверное, сколько можно. Да хуй, вот это даже поговаривают, не знаю, насколько правда, насколько неправда. Февраль, говорит, будет мести, блядь, до жопы. На февраль я с первого смотрел, температура минус 5, все. И снег. Ну вот я тебе говорю, снег и снег, да. Я даже заметил такую. Вот, короче, ну, когда температура, допустим, 30 градусов, снега почти нет. А когда вот начинает снижаться, плюс, ой, это минус 5, 4, это, ну, ты ее, наверное, знаешь, как ее, Надька, что ли, блядь, это, в милиции работала, говорит. Сашка, я говорю... А, я понял про кого. Ага, я говорю... В кадрах которые? А? В кадрах? Нет, она не в кадрах. Откуда? Она... Молодая, что ли? Ну, как молодая, не молодая. Лето, наверное, 40 ты точно есть. Следователь. Не, она, знаешь, по этим, по детям, по-моему. Несовершеннолетним? Да. Ну ладно, хрен с ним. Ну, я понял, вот. Понял. Я да. Говорю, ты что машину не моешь? Она говорит, Саша, представляешь, блядь. Вот в любую погоду, хоть 40 градусов, вымою машину, блядь. Это верный признак, да? И в... будет или дождик, да, или да, 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 да. Бывает такое. Да, 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 да. И вот говорят, слушай, ну ты как думаешь,
уже больше, чем в том году снега? Больше. Больше, да? Ну вот у нас, я не знаю, я вчера ездил по Мичуринской туда, в сторону горы. Ага. Там уже это, ворот не видать, нахуй, дома стоят, нахуй, снег. А в Самаре не так уж много снега. А, вообще-то снега. Я вот ездил крайний раз на той неделе, там не чищено вообще. Там вот от Московского в сторону Самар-арены туда, на там прямую сейчас сделали, можно переехать на Волжское шоссе. Там вообще не чищено, нахуй, с начала зимы. Просто не чищено. Вот это вот накатана колея, нахуй, и вот такие сугробы лежат. Ну это вот замело за месяц. Да, перед Новым годом не было снега, потому что я ездил перед Новым годом. Не было, Людка говорит это, он говорит это, на днях Вовка это с работы трактор взял, а у них улочки там узкие, трактор, говорит, прошел, он говорит, два раза, говорит, за зиму проходит, так не чистят там такие трактора, ну в смысле это, вот он свой трактор пригоняет, вычищает. Я говорю, и как? Она говорит, вот до этого не было вообще снега. Ну, было, ну, так, относительно. А вот на днях, выпал примерно сантиметр 50. Ну, там, видишь, еще дома понатыканы. Я не знаю, вчера сообщение пришло вечером уже. 22 трассы закрыли в Самарской области. 22 участка трасс в 11 районах, и в том числе Кино-Черкасский. Уж где они тут закрыли? Ну, я так подозреваю, скорее всего, вот на Сергиевск вот эту трассу закрыли. Ну, может быть. А сесть с чего? С погодными условиями. А там вообще жопа. Я говорю, я работал там в банке, ездил. Вот за Похочнево в сторону Камышлы, Кляврино выезжаешь. Там если дунул, то пипец нахуй. Там можно вставать сразу. Че, че, че? Камера? Я же блогер. Смотри на YouTube себя. Передай привет. Это что, он сейчас все снимает? Ходишь? Я вот для меня, ну я действительно это, как сказать, не дикой, а это, ну древний. Нет, я бы на твоем месте канал свой сделал, тем более ты, у тебя такое хобби, знаешь, сколько будет у тебя подписчиков. Вот ты слушай, короче, привет, с праздником. Я разделал это. Да, садись. Помидоры, вот такие, блядь, вот, Людке фотографию переслал. Она говорит, ёпта, такое. Она взяла и выложила, блядь. Ну заебали, как это делать. Нет, зачем? Ну это, когда ты снимешь это, ты сам все расскажешь, и тебе больше вопросов задавать не будут. Ты же все подробно объяснишь. Мы с малышом приехали за валенками. Погнали? Чуть не одел большой палец на маленький. На Традицкий рынок. Тут продаются валенки. Сейчас найдем, где продаются. Где продаются. Ты так быстро бегаешь, что чуть не учил снег. Я чуть не упала. Малыш, просто ветер. Это ветер дует просто. Заходит, конечно. Сейчас вон уже валенки, видишь, я вижу. Thank you.
добрый день. У вас валенки на девочку есть? С рисунком есть. Без рисунка. Желательно светлый. Так, 33 она носит. Так, что цена? У вас галоши есть на них? Силиконовые? Галоши 500 рублей. А кто валяет? Чебоксар. Чёрт, давай мерить, малыш. Давай, садись мне на коленку. К ноге просто. На коленку садись мне. Да, да, вот так. Вот. Нет, нет, надо снять, чтобы у нас, чтобы я посмотрел, как у запас. Я и говорю. Опля. Да, нормальный запас, хороший. Да? Ну, можно даже и не мерить, а то точно ее будет. Угу. Давайте, пускай мерить. Ну, давай померяй. Да. Померяй. Опля. Потому что видно, что я адекватный запас. И как... Угу. Давай, запрыгивай. Нормально? Нормально? Давай. Так, лучше это. Да. Какие галоши? Вот такие? Ну да, прозрачные. А вот такие? Пошли, галоши. Они подшитые, да? Да, да, они так. Светленькие. А вообще детские черные есть? Валенки? Да. Нет, только светлые? Нет, светлые. Да. Че, холодно? Холодно? Сосед таких уходит. Сейчас тебе валенки засуну. Какой размер вы подскажете? Вот так. На 33 будет. Ну, если ногу знаете, сколько сантиметров? Вы знаете, она взяли в маленький раз, в следующий год они малые уже. А это почему они у вас? Валенки, они от размера цена. Они начинаются от 1000 и выше. Я оплатить переводом могу? Да, да, да. Малыш, задрог? Вот такие у девочки малышки. Вот взяли, вот она раскатала, а теперь не может. Ну, пускай родители смотрят. Продиктуйте номер. 8922. Так, 8. Так, 922. 558. 6-0-4-8. Так, Юрий Алексеевич, да? Александрович. Да, да, да. Так, окончательная цена что? 2500 получается. Так, видите. Года два и... Я думаю, да? Все, ушло? Перевод доставлен. Все, все, все. Спасибо. Что, пошли, малыш? Пошли. Угу. Спасибо.
Я помню, мы туда шли. Да? Давай лапа. У тебя теперь нет валюш? Ты рад? Ты рада больше, наверное, что в машину надо идти, да? Мы туда шли, мам. Туда. Нет, мы вон туда правильно идем. Малыш у нас упакованный. Пойдет в сад в валенках, да, малыш? Ножки в тепле, ручки в тепле, да? Задрогла? У меня даже в ногах чувствуется снег и холод. Да? Да. Ага. Одежда потеплее. Ну, у тебя купили валенки. Я говорю про костюм теплый. Ай да. Ну ты же костюм, давай, лапу. Руку давай. Костюм теплый. Ты же как раз и носишь в садик черный костюм. Он теплый. Так. Пришли купать. Папульки. Да? Софик. Купили. Пришли. Быстро. Мы конкретные девчули. Четко, быстро, конкретно. В общем, да, малыш? Там очень классно, Софик. Я бы еще отучился с того же, сколько я отучился там. Ты куда снимаешься? Куда? Ну, камера должна быть по центру объекта. Тогда она будет снимать центр объекта. Сейчас ты снимаешь мне титьку. Титьку. Все. Цып-цып. Так. Все, вечерок. Надо нам виска пожарить. Да? Бобры. Которые добры. Полешек. Thank you.
аккуратненько. Так вот, ветер, зараза. Дышать нечем. В коморочке моей. Ну ладно, терпимо. Ах, красота. Все, друзья мои. Будем подводить итоги сегодняшнего дня. Суббота прошла хорошо. Поработали с навесов, где критично совсем убрали снег. Ну и, конечно, мангальные истории, не без этого. Всем отличного настроения, крепкого здоровья. Увидимся. Пока-пока.